проводили второй летный день соревнований. Разыгрывалось упражнение номер 3 – вертолетный слалом. Это достаточно очень сложное упражнение, суть которого заключается в следующем, что экипаж, подлетев к бочке с водой, должен набрать ведерочко воды и пронести его между 6 стоек, которые расположены на площадке, в определенной последовательности, с ограниченным временем, 2:15 на упражнение дается, не пролив при этом ни капли воды, поставить его точно на стол. Результаты получились очень плотные, особенно первая десятка спортсменов, ведущих. Сыграли уже 3 упражнения, экипаж в составе Дегтяря Васильев определились как лидерами сегодня, лидируют в отрыве около 5 очей. Ну и еще осталось у нас бочки упражнения, где это упражнение поставить, собственно говоря, расставить всех по местам, кто что занял по зачете, по многоборью из 4 упражнений. Я летаю с 2009 года и обычно летала в составе экипажа женского. Но в этом году, с февраля месяца, мы вот с Сашей попробовали свои силы. Саша, вместе заработали ему первый разряд. С мужчиной летать очень хорошо и здорово. Я с детства люблю дружить с мужчинами. Все-таки это спорт, в котором нет пола. Мы все спортсмены. Нет женщин, нет мужчин. Мы просто спортсмены. Но мы уже определили, что минус на минус дает плюс. Поэтому если мы оба ссоримся и злимся, потом в итоге получается все хорошо. Соревноваться с такими величавыми спортсменами и нашими партнерами Жупериным, Ореховым, Сотником. И военными. И военных. Очень сложно. Мы сами для себя темные лошадки. Мы еще не знаем. Это пока такая пыль в глаза. Время покажет. Я не знаю ни одного такого чемпионата, ни одного такого вида спорта, где бы это словосочетание «друзья-соперники» было бы таким значимым. Потому что действительно эти люди непримиримые борцы друг с другом в гонке, но вместе с тем это настоящая вертолетная семья. Такого нет нигде, заявляю ответственно. И я большой поклонник вертолетного спорта. Хочу сказать, что это по-настоящему гордость нашей страны. Это визитная карточка не только и военно-воздушных сил, спасательных, это вообще визитная карточка страны. Даже несмотря на то, что Робинсоны американские, Ми-2 уже устаревшие, мы все равно всем мылим шею на воздушных играх и на чемпионатах мира. Это приятно. Место хорошее, это настоящий дом. Зная, как рождался этот аэродром, зная тех людей, которые сделали все вот это великолепие, я хочу сказать, что хорошо соревноваться у себя дома. Приглашать добрых друзей, жарить шашлыки, устраивать концерты. I think we came here for a big training for being good in a good level in Poland at the World Championship. Уль Дитрих, руководитель австрийской команды, и он говорит, что, конечно, для них визит сюда и участие в нашем чемпионате – это часть их подготовки к чемпионату мира, который состоится в августе в Польше, и, наверное, это важнейшая часть вот, этапа подготовки. But we have one big problem. Но есть одна большая проблема. The Russians are too good for us. Русские слишком хороши для нас. Well, Vinny, well. No, Stefan and Chris are not bad. In all events. Really respect for everybody who managed this year for you. It's excellent. I like you and I like the team and Maxim. And for the future, the academy here will be the best for our sport. Они пока не удовлетворены своим уровнем, они будут стремиться. И он очень любит нас всех, и Максима, и меня, и считает, что Международная академия вертолетного спорта будет отлично работать. У него всегда будет работа. Thank you very much. Thank you very much.